Дон Рептилио. Виктор, у вас интересно получается, система на отталкивание стабильна, так сила отталкивания выталкивает объект обратно. Но это подразумевает, что при сближении объектов отталкивание нарастает, а в реальности мы видим все наоборот. Стоп! Но это подразумевает, что при сближении объектов отталкивание нарастает. Вот когда вы берете просто два объекта вот так вот, частная сила отталкивания у вас нарастает, действительно. Но если вы посчитаете комплексное воздействие, вы же его тут выбросили, да? Вот у вас, допустим, яблоко и земля сближаются, нарастает частная сила отталкивания яблока с землей. А что вы с остальным космосом? Вы посчитали? Нет, это вы не посчитали, даже про это не вспомнили. А земля вытолкнула полость среди космических объектов, да, она растолкнула. И поменялось расположение этих объектов относительно яблока. И вот если это учитывать и считать, то получается вполне конкретная сила, которая нарастает тоже, единица на r квадрат зависимая. Вы этого не считаете, не предполагаете, не обсуждаете, вы об этом даже не подумали. И на основании того, что вы сами чего-то там не поняли, не домыслили, не дофантазировали в своих фантазиях, вы придумываете разные вещи, Дон Рептилио. То есть в своей несмышленности вы пытаетесь обвинить других, сосредотачиваетесь. У нас полностью показано, как эта сила меняется. И это происходит не так, как вы себе выдумали. Артем Пырков нам прислал новое видео-анимацию. Спасибо, предлагаем к просмотру. Помогает понять, как это все происходит. Познакомимся наглядно, как в схеме приталкивания при изменении расстояния между телами меняется разница масс двух половин комплекса удаленных объектов. В модели белая полая сфера – это комплекс удаленных объектов. Зеленый шар – тело, оказывающее воздействие. Розовый шар – тело, принимающее воздействие. Синий сфероид – разница масс двух половин комплекса удаленных объектов. Центр сферы комплекса удаленных объектов совпадает с центром тела, принимающего воздействие, то есть с розовым шаром. Для удобства и наглядности шарам и сфероиду задан один и тот же материал – это сталь. С помощью ползунка изменяем расстояние между шарами и видим, как меняется масса сфероида. Чем тела ближе, тем разница масс больше, а следовательно, больше вталкивающая сила. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслишь что-нибудь одно. Но, дуракам закон не писан. Если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Дураки нас окружают. Мы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Давай!